Не, подскажите, как вы отреагировали на уход Назарбаева? Ой, да совершенно спокойно. Надо уезжать со страны. Ну, сперва это было, конечно, странно, но пока никаких изменений нет и неизвестно, что будет, поэтому реакции как бы тоже как таковой нету. Хорошего мало, конечно, но и плохого вроде тоже пока ничего не случилось. Непонятная ситуация. Как вообще, что почем, честно? Вот? Ну, по идее, нормально. Жаль, что он ушел, потому что народ остался, ну, как бы, Токаев это временно же президент? Ну, не знаю, немножко разочарование, как-то привыкли мы к нему. 30 лет, я это все помню, и я не знаю, я как-то нового немножко боюсь, а мне кажется, мы жили стабильно. Самое главное, я беспокоюсь, чтобы был мир, чтобы был тот покой, который был у нас раньше. Посмотрим, поживем, увидим. Если там я вспоминаю, как я жил, например, в детстве, и там, как сейчас живу, да, сравнивают эти периоды, то могу сказать, мы стали лучше жить, конечно. Он сделал очень много для народа, я считаю. Стремно было, мы привыкли уже. Он ушел, наверное, не просто так, все-таки оставил после себя преемника, который пока будет его замещать. Все-таки 30 лет был президентом. Непривычно будет, если он ушел. Надеюсь, все будет это к лучшему. С него начиналось продвижение нашей страны, экономики, повышение всего. И так как он ушел, то он оставил очень хорошее наследство для нас, нынешнее поколение. И надеюсь, мы будем двигаться дальше. Ну, мне было очень плохо, конечно. Хотелось бы, чтобы он остался. Неожиданно это было. Вот, да и все, в принципе, просто неожиданно было. Нет, привыкли, правда, к нему, а так не знаю даже. Скоро Наурыз, грустить не стоит. С наступающим праздником хотел всех казахстанцев поздравить. Я думаю, что все будет хорошо.